общем, как всегда, будет интересно, и давайте уже поскорее начинать. Поехали! Ну что, самое время поприветствовать в нашей студии человека. Еще раз здравствуй. Еще раз привет. Нашего первого гостя, одного из лучших данкеров страны. Первого российского участника мирового тура FIBA Master Slam Dunk Contest в Лозанне. Абсолютного чемпиона единой лиги. Я чуть не оговорился и не сказал единой лиги ВТБ. Но нет, единой лиги Европы 3 на 3. И просто классного парня Мирослава Елецкого. Мир, привет. Привет, привет, дорогой. Как часто ты бываешь вообще на баскетболе в качестве зрителя? Потому что тренируешься ты много? Слушай, на самом деле, да, в силу того, что занятость сейчас очень большая, и в Питере, пока жил в Питере, это были постоянные тренировки, постоянные выезды, участие в данк-контестах. Сейчас, я думаю, времени будет больше и возможности. Переехал обратно в Москву, начали тренироваться с новой командой. И появились приглашения вот в качестве зрителя прийти. До этого просто ходить как-то мотивации не было. Ну, конечно, тем более в Питере там особо-то и не на кого смотреть в плане баскетбола. Единственное, что Самсону не позавидуешь, это у меня тоже было такое, когда ты выступаешь чуть ли не идеально, ты становишься победителем, но фаворита запоминают контесты как будто другим из-за одного события, из-за одного данка. Да, ты весь контест стараешься, что-то делаешь, а человек забил один данк, и он уже запоминается, ну, сильнее, что ли. И данк из-за спины мне, естественно, запомнился больше. Но Самсон очень сильно удивил своим скупом. Он сделал это с третьей попытки, сделал это очень мощно, за что тебе большой респект. Если ты, конечно, смотришь. Слушай, ну, Самсон разминался, где? Я думаю, наверное, что... Наверное, смотрит. Ну, нет, он почему с разминки ушел? Он просто пошел смотреть нас. Нас, слушать. Всю команду с собой конечно. Собрал, кстати. Вот так вот. Мы все о других, да о других. У тебя давай. Тоже есть в архиве мощнейший данк, где ты бил через машину. Причем, да. Насколько я знаю, это было спонтанно. Ну, это как, относительно, да, спонтанно. На самом деле, это... Фотка, которую вы видите, она вообще не спонтанная. Это был концерт артиста Soda Love, где нас позвали провести данк-контест просто на вечеринке. Да, на вечеринке, где люди отдыхают, выпивают и так далее. Why not? Сода не пришел, он заболел. Нам пришлось отдуваться. Мне кажется, мы сделали все прекрасно, потому что в тот день был забит данк, который не делал никто в мире. Вот на 360 памп и с первой попытки, да, это данк Джордана Килгена на Скорпион. Ага, Скорпион, да, друзья, да, вы понимаете, то есть человек пролетает кольцо и... Еще и, машину как, пролетел машину тоже. Пролетел, кольцо пролетел, над Люксембургом пролетел, и потом, как бы, делая вот так вот, на уровне плеча... У тебя кольцо на уровне плеча, да, примерно, да, оказывается, да, да. После всего этого полета. Тебе нужно свою авиакомпанию открывать уже, Мирослав. Слушай, об этом уже идет речь, всему свое время, не все сразу. Спасибо тебе огромное за то, что ты к нам пришел, рассказал нам столько всего нового и открыл, можно сказать, дверку в зал спортивный, где все забивают сверху. Спасибо тебе большое. Ребят, еще раз спасибо, что позвали, очень приятно с вами находиться, отличная компания. Всем приятного просмотра, чао. К нам в студии присоединился, я сейчас буду прям все перечислять, певец, музыкант, композитор, саунд-продюсер, скромный человек, судя по тому, как он реагирует на то, что я перечисляю, участник третьего сезона шоу «Голос», еще множество других вокальных шоу, Иван Чебанов. Ваня, привет. Приятно, да, спасибо, что позвали. На матчах бывал не так часто здесь, но вот сегодня такая атмосфера нереальная, что я думаю, что я опять заряжусь и буду ходить. Одно время прям ходил, смотрел. Так, подожди, то есть ты играешь в баскетбол? Сейчас играешь? Ну, я периодически с ребятами собираюсь, играю трешечки, как бы могу нормально класть. Ничего себе, друзья, видите как? Ну, я под кольцо сильно не лезу, конечно, с моим ростом, но... Короче, как знали! Да, ладно. Первый раз записал кавер, и там типа 7000 просмотров. Я думаю, ну не моя тема, короче. И забыл вообще про это. Прошло дней 5 или 6. Я начинаю, ну, захожу в ТикТок, что-то смотрю ленту, там, хоп, 50 тысяч просмотров, так обновляю прям 70, 100. Залетел в рекорд. Да, ну, короче, просто там за несколько дней было 4 миллиона или 5 миллионов просмотров.
этот звук супер разлетелся везде, все начали под него снимать видео. Ну и вот, собственно, моя команда, с которой работаю, связались с Андреем Губиным и договорились с ним, он дал разрешение на то, чтобы мы издали эту песню. Я написал полную версию, и она буквально за, ну, с того момента, как вышла, за неделю стала хитом, попала во все чарты. И, в общем, вообще про меня узнал очень много людей. Вот так вот. У тебя есть, пожалуй, один из самых ярчайших фактов твоей биографии. Ты еще в 10-летнем возрасте подпевал Ирине Аллегровой песню «Гонщица». Да. И в финале номера она угоняла тебя со сцены, унося подмышкой. Да. Ты уже понимал тогда, что Ирина Аллегрова уносит тебя в светлое будущее шоу-бизнеса? Ну, я как бы чувствовал это. Я, конечно, еще не до конца осознал, но я чувствую, что я двигаюсь в правильном направлении. Вот, поэтому это было очень запоминающееся. Каждый мечтал в своей жизни побывать подмышкой у шальной императрицы. Мы тебя подготовили к кричалке, они здесь, и тебе нужно попробовать их, возможно, пропеть под любой лад. Курица не птица, акула не треска, в России нет команды, лучше ЦСКА. Такой очень смешной текст, предлагаю сделать его очень лиричным, таким сентиментальным. И ты должен такую гитару достать. Да, да, да. Курица не птица, акула не треска, в России нет команды, лучше ЦСКА. Еще раз. Курица не птица, акула не треска, в России нет команды, что лучше ЦСКА. Yes. Спасибо тебе огромное. И еще раз. Ну и, друзья, увидим Ивана на концерте, на который мы обязательно все вместе. Спасибо. Желаю всем нам хорошей игры.